Дорогие телезрители, ну а сейчас мы вам тоже представим нашу гостью, причем издалека, но гостя, которая посетила наш город, можно сказать, с определенной миссией. Звичайно, с дуже великою місією. Зараз ми розповімо, із какою. Отже, зустрічаємо Тетяну Алиську, співачку, піаністку, актрису із Сибіру. Із далекого Сибіру вона до нас завітала, до речі, з туром Україною та Білорусію. Тобто, таким чином Тетяна об'єднує Україну, Росію та Білорусь. Доброго раночку. Ми дуже раді вас вітати. Доброе утро. Як вам Запоріжжя? Как вам Запорожье? А вы не разумеете, так как вам Запорожье? Как Запорожье? Вы знаете, я еду с Крыма. После Крыма немножко серо, если честно, немного промышленный город, и это чувствуется. В Крыму немножко как в раю, как вы знаете. Теплое море, Крым это жемчужина. Удивительные горы, и, конечно, это всех творческих людей туда тянет, потому что это сплошное вдохновение. Ну, туда тянет и творческих, и не очень творческих, туда тянет абсолютно всех, и место волшебное, без сомнения. Я там встречала восход каждое утро, и это мне запомнится надолго. Ну, для вас природа, конечно, на первом месте, так? Так как, я скажу, Татьяна 18 лет прожила в эко-поселении. Как да. вы к этому пришли и насколько это помогало вам как певице, как актрисе? Ну, и, в общем, путь у меня такой, что, как и все, я когда-то заканчивала музыкальное училище, потом меня отправляли в Московскую консерваторию, потом я заканчивала театральный институт. В общем, я делала свою карьеру, как делают все в этом обществе. Заканчивала театральный институт в Ташкенте, 2 года в певческой школе в Москве, и потом попела в каких-то московских театрах, и была даже какая-то выездная партия, должна была готовиться, но в какой-то момент жизни, поскольку, по всей видимости, как я сейчас знаю, душа важнее, и какие бы ни были успехи или сложности, в какой-то момент карьера, все, что связано с социумом, мне стало неинтересно. Я помню такую мысль, когда я сказала, я все познала в этой жизни, то мне вам она было больше неинтересна. Сколько вам было лет? Мне тогда было 33. Угу. Тогда я сознательно пошла в церковь, покрестилась, хотя в окружении моем не было ни одного верующего. Как вы знаете, советская эпоха. Вот. И все изменилось в моей жизни после крещения, я скажу. Я четко поняла тогда, что как певица, как творческая личность, я буду развиваться только в том случае, если я обрету какой-то духовный путь. Я еще не знала, какой, я уже предчувствовала, что меня что-то ждет. И что оказалось этим, что вас ждало? Я встретила духовного учителя, которому поверила, и который совершенно перевернул всю мою жизнь. Я обрела весну, счастье, новый полет. То есть, если мне жить уже особенно это и не хотелось, и не было интересно, скучно было жить. Угу. Вот. А встретив его, я поняла, что практически начинается новое воплощение в этом воплощении, если этот термин вам понятен. Но сейчас вы выглядите вполне жизнерадостным, вдохновленным человеком. Может быть, как раз ваша песня поможет это еще больше прочувствовать? Ну, может быть, песня эта... Мой конь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры. До синей горы, моя радость, до синей горы. Но где ж? До синей горы, моя радость, до синей горы. Но где ж та гора, та река, притомился мой конь? Скажите, пожалуйста, мне, как добраться туда? Огонь, моя радость, на ясный огонь.
огонь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры. Той красной реки моя радость, той красной реки. До синей горы моя радость, до синей горы. Дякуємо. Дякуємо вам, Тетяна. Я прошу прощения, с утра голос, как правило, немножко спит. Коли ми ж зустрічаємося з утра, як певиця, я не можу бути в лучшій формі. Ну, звичайно, усі знають, що зранку справді, коли, до речі, голос прокидається? Адже ви не зовсім звичайна людина, а так, як все время український язик. От у вас, як чоловіка, який не їсть м'ясо, ви вегетаріанка, ви абсолютно, так можна сказати, ребенок природи, так? Да? Тобто, наскільки у вас голос просипається і наскільки він змінився після того, як ви стали вести такий образ життя? Ви знаєте, коли я була в Москві, я знала, що якщо концерт, якщо спектакль, мені потрібно їсти м'ясо, сметану, щоб сильний голос був, щось таке. Потім, когда приехала в Сибирь, я полностью поменяла свои представления. Я поняла, что голос – это главное для голоса – это энергия. А чтобы поступала энергия, должны быть чистые каналы энергийные. Это значит наоборот. Я, например, в день концерта ем исключительно фрукты. Угу. Почти ничего более. Вот. И он звучит сильнее, ярче, чище. Сейчас я это, к сожалению, не могу продемонстрировать. Утро это сказывается. Я не ожидала даже. Ну, если говорить о времени, да, то есть это сколько, допустим, после 12 часов голос немножко начинает приходить в форму? Ну, минимум 2 часа нужно после того, как проснулся. Но, конечно, голосом нужно заниматься. Это все-таки природное явление. Это как плотью надо заниматься, и голосом тоже. Но это больше связано с дыханием. Если кто-то поет или хотел бы петь их лучше, то нужно больше заниматься постановкой дыхания. В нашем городе вы даете бесплатный концерт, да? Да. Почему именно бесплатный, почему нет желания как-то заработать? Вы знаете, я от своего учителя знаю, что финансовая система вообще создана на погибель человечества, и мы стараемся минимально использовать деньги в обиходе. И тем более же петь о Боге, о любви, о учителе своем, что я часто делаю, я не могу за деньги. Мне мои духовные принципы не позволяют это делать. Если кто-то чувствует, что я в чем-то нуждаюсь, мне это как-то само приходит. Либо в виде подарков, если даются, либо кто-то покупает билет на дорогу. То есть, когда я выезжаю, я об этом не забочусь, потому что уже много лет утверждается, что кто-то об этом заботится, и не кто-то конкретно, а хотя конкретные люди проявляются, но общую заботу осуществляет какой-то такой небесный продюсер, скажем так. Поэтому я не чувствую себя бедной, но я и не чувствую себя зависимой от этой системы. Как бы вот это большое счастье, которое я обрела. Я знаю, что какой бы ни был финансовый крах в обществе, у меня от этого настроение не испортится. Да, кстати говоря, обещают же снова скачки курса доллара. И чем хорошо нам то, что мы живем на земле, вот у нас даже шутят по этому поводу, конец света наступит тогда, когда выключат свет. Вы представьте, выключили свет в целом большом городе. Что делать людям? Эфира бы не было. Эфира бы не было точно, но не было бы еще очень много чего, без людей обходиться не могут. А мы практически питаемся собственным огородом. Мы способны вырастить все, что нам нужно для питания, при этом не чувствовать себя ущемленными. В магазинах мы пользуемся очень мало. Ваше любимое блюдо собственного огорода? Баклажан. Небольшой рецептик для телевизора. Тушеные баклажаны я очень люблю. И тушеные, и жареные всякие. Хоть жареные не полезно, но что касается баклажанов, это у меня исключение. Вот. Скажите, напомните, пожалуйста, всем телезрителям, где и когда будет, собственно, в городе Запорожье представлена ваша программа? ЗНТУ. То есть это ЗНТУ? Во сколько и когда? В 13:30 сегодня.
сегодня. Приходите на уникальную программу от певицы. Но сейчас давайте в завершении нашего интервью вот особенно красивую, прекрасную классическую вещь. Хорошо. Я спою вам произведение Качини «Аве Мария», моя любимая классическая вещь. И знаком для этого было то, что я проходила, у вас висит прекрасная икона Божьей Матери, и я подумала, что именно ее мне нужно спеть. Но я прошу прощения за свой спящий пока голос. Ничего. Тетяно, велике дякуємо, бажаємо вам найкращого концерту, а також дуже сподіваємося, що ваші друзі, організатори концерту в Запоріжжі, обов'язково вас проведуть вам екскурсію на Хортицю, бо щоб ви дізналися, що Запоріжжя, і, зокрема, острів Хортиця, є духовною столицею України. І там, я думаю, ви відчуєте дуже багато чого, зважаючи на ваш досвід спілкування із природою. Отже, ще раз вам дякуємо та перериваємося на рекламу.